Yeah, what? Check it out now. Yeah, what? Check it out. Let's go. А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг непременно она. Никому из ребят непременно она. Оп! Я гляжу ей след, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, ча-ча-ча. Я девчонка круче Моники Белуччи. Одеваюсь Прада, но на кране случай Гуччи. Езжу на купе и всегда при Луве. Что это означает? Нет ничего во мне, а? Я гляжу ей след, но ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, ча-ча-ча. Вот опять вечерком я стою у ворот. Она мимо из булочной, с булкой идет. Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей след, но ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, а ча-ча-ч. Норковая шубка, коротенькая юбка. От меня в восторге Сочи и Алупка. Я на вечеринках только-только в VIP. Ты не догоняешь, так что вслед мне посмотри, а? Я гляжу ей след, но ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, ча-ча-ча. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я гляжу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей след, но ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, опача. Мой бойфренд боксер, его дед прокурор. Моя сестра известный театральный режиссер. А ты кто такой? Пишешь дворовой музон. Мой дядя, знаешь кто? Ну, кто? Йосиф Кобзон. Оп, я гляжу ей след, на выдачу привет. А я все гляжу, я сейчас ухожу. Отнеситесь с юмором, ну так переборщили. И не забывайте, ставим хорошие оценки, опача.